Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео под названием Гипертония ⁇ Вот основы гарантированного лечения ⁇ А это возможно. Вот что надо делать. Вот шесть главных пунктов плана действия. Первый. Поскольку артериальная гипертензия у вас из-за неестественного, неадекватного питания, а, к примеру, у нецивилизованных народов, живущих традиционно, природно, не пользующихся супермаркетами, как, кстати, и у веганов-сыроедов, вообще нет гипертонии, то есть артериальной гипертензии, но это если вы не знали, то всегда первопричиной артериальной гипертензии является в Ваше питание, да-да, именно ваше питание. Его надо изменить. Как? В этой связи смотрите три моих видео: А что же тогда есть? Почему нельзя есть после 16.00 и инсулинорезистентность? Второй пункт поверхностное дыхание по методу бутейка. Или, вместо этого, использование дыхательного тренажера Самоздрав премиум. Ссылку на него я оставлю. Суть в том, что при гипокопнемии или гипокопнии, когда уменьшается содержание углекислого газа в крови, ниже нормы, а у углекислого газа тоже есть своя норма. Так вот, при содержании СО2 в крови ниже 6% сосуды по разным причинам. От стресса до малоподвижного образа жизни сжимаются гладкой мускулатурой, окружающие артериальные сосуды и кровоток замедляется, а давление – поднимается, чтобы увеличить объем крови в кровотоке до нормы. Напомню, идеальная норма углекислого газа в крови 6,5% от общего содержания газов. И при норме его содержания сосуды деспазмируют, то есть, естественным образом проходят спазмы, и они расширяются, и кровоток нормальный восстанавливается. Ну, конечно, если у вас нет тромбоза и атеросклероза. Третий пункт. Если есть пережатые сосуды, сдвигом первого шейного позвонка относительно второго, то есть атланта относительно эпистрофея, то при этом пережатие, чтобы поднять скорость кровотока для увеличения объема циркуляции в мозгу крови, сердце поднимает давление своими излишними нагрузками, напряжением. Тогда в этом случае разумно пройти так называемую правку Атланта, устранив эту компрессию и снизив тем самым повышенное артериальное давление до нормы. Но эта тема особая. Тут важно найти хороших специалистов, а не абы кого. Если вам будет интересно, я могу эту очень важную тему осветить, популярно, доходчиво все пояснив. Если интересно, напишите тогда, что вы хотите про правку Атланта видео. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Четвертый пункт – использование негипотензивных препаратов, которые у нас в стране по указке Запада ввели в 90-е годы, когда рушили все, в том числе и правила устои и требований Минздрава СССР. Так вот, Минздрав Российской Федерации тогда в обязательном порядке заставил врачей назначать гипотензивные препараты, они седативные как учил академик ланг а вот как принимать натуральные седативные препараты которые реально помогают лечить артериальную гипертензию я подробно пояснил в моем видео гипертонии часть 2». пятый пункт образ жизни конечно в любом случае надо убрать вредные привычки и зависимости если они у вас есть это курение алкоголь ночное бодрствование ложиться на рано спать еду на ночь ну и прочие, очевидные для разумных людей. Ну и шестой пункт. И вот здесь, пожалуй, нельзя сказать, чтобы самое важное. Здесь все важно, о чем я говорил. Но все же, без этого пункта проблему не решить. Дело в том, что необходимы определенные вещества, укрепляющие сосуды, очищающие их от холестериновых бляшек и тромбов, то есть других главных причин артериальной гипертензии, и делающих сосуды более эластичными. По сути, я говорю опять же о коррекции питания, но с акцентом на сверхдефицитные в наши дни элементы. И при дефицитном питании этими жизненно необходимыми веществами. Подчеркну, олигарх также в этом смысле уязвим, как и бедный материально человек, поскольку также из элитного питания все равно их не получает. Почему сейчас я объяснять не буду, я давно это пояснял в моем видео «Лес и почва». Итак, необходимо принимать витамин D3 и витамин К2. Обязательно. Обязательно принимать омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, но не любые. Не делайте ошибку ориентироваться только лишь по названию. Производят и продают омега-3 сейчас все, кому не лень. Тут ради ликбеза просто обязан пояснить. А то вижу, радостные и глупые письма порой с бравадой, что, мол, льняное масло содержит омега-3, о чем я, кстати, делал в свое время видео, так вот, содержит много, и дело, мол, в шляпе, да еще и за три копейки. Нет, нет, дорогие друзья, не пойдет. Почему? Да дело в том, что льняное масло содержит из омега-3 полинасыщенной жирной кислот только АЛК, но не ЭПК и ДГК жирной кислоты. И второе, дело тут не только в омега-3, но и в комплексе омега-3 с определенными антиоксидантами. Это мировое открытие сделал еще в 80-е годы профессор Исаев, чем совершил научный прорыв в лечении очень многих болезней, в первую очередь сосудов и сердца. Жаль, что только с разрушением, развалом Советского Союза не дали массово внедрить, а была такая программа, в народ эти здоровье сберегающие препараты и, соответственно, программы. Вот послушайте отрывок из его интервью как раз по нынешней нашей теме и постарайтесь подумать, что же означает тот факт, что при использовании его препаратов в эксперименте профессора Мерсона, когда крысам вливали двойной объем их крови, и у них не поднималось давление вообще. Вы понимаете, что это означает и что это может означать для вас. Итак, послушайте... Отрывок в 2,5 минуты. Вообще много интересных было исследований, наблюдений. Особенно я хотел бы вот назвать работу, проведенную профессором Мейерсоном в Институте общей патологии и патофизиологии. Он сделал три выдающихся заключения о полезности его биологически активных добавок определенного характера. Авторитетность не подвергается профессору Мейерсона Феликсу Залмановича. Это мирового класса звезда. Он сейчас в Америке уже уехал из страны первый, как он говорит, я порезал 1700 крыс. Все, ты убеждаешь, что это достоверно, правда, неправда. И написал, омега-3 жирные кислоты снижают вероятность смертельных исходов при инфаркте миокарда в 6-7 раз. То есть я, говорит, всю жизнь занимаюсь этим поиском. Я не встречал ни одного даже сильнодействующего химического препарата, способного вот настолько защищать организм. Второй вывод он сделал, это порог электрической стабильности сердца, повышается в 2-3 раза на этих животных. Но это люди, которые, вот, как говорят, что у них аритмия. Они метиучувствительны. Да. Вот эту метеочувствительность, оказывается, можно уменьшить. Исключить вот эти факты остро-сердечной недостаточности. Предупредить, употреблять эти продукты. И третье. Он животным вливал двойное количество крови, пытаясь. Ну, создать модель угу. гипертонии. И он говорит, я удивился, я не мог, даже при удвоении протока крови давление не менялось. За счет того, что Сосуды у вас дилатация была, да, да? расслабление сосудов, угу. эластичность их выросла, снизилась вязкость крови. И оно помещается вот в этих сосудах, даже в двойное количество крови без повышения давления. А потом мы проводили одну исследовательскую работу в Первой Градской больнице с хирургами ну, облитерирующий атеросклероз сосудов конечности. Но это опасное заболевание, как правило, 5-6 лет, и формируется уже гангрена. И попытались мы с академиком Савельевым, э, профессор Яблоков, профессор Петухов, а нельзя ли что-то сделать консервативным методом через питание. И оказалось, через 6 месяцев эластичность бедренной артерии, которая была, в общем-то, ну, заполнена бляшками... Уменьшить, уменьшить, вот эти явления. Площадь поперечного сечения в этом муске увеличилась на 22%, эластичность сосуда на 19%, а средняя скорость кровотока увеличилась на 100%. То есть это кумулятивный эффект очень высокий. То есть появляется возможность консервативным методом, не прибегая к хирургическим вмешательствам, помочь этим людям. Так о чем же здесь шла речь? В основе всех препаратов профессора Исаева лежит база, так называемый эйконол. Это комплекс из полиненасыщенных жирных кислот особой степени очистки и особой комбинации этих омега-жирных кислот. Но это только основа. В разные препараты, в зависимости от их назначения и комплексного применения, дополнительно вводятся определенные компоненты. И не только антиоксиданты, но и другие. Но для того, чтобы можно было решить практически любую задачу с оздоровлением человека. В нескольких видео своих профессор Исаев сам все это поясняет. Ссылки я вам оставлю прямо под этим видео. Посмотрите, нет никакой более важной информации для вас, для любого живого человека, кто хочет жить здоровым и дольше, и бодрее, чем эта информация. Но для решения проблем, здоровье чистоты сосудов и снижение давления. Вот что вам надо из препаратов профессора Исаева. Препарат Марина, препарат Латал и Эфитол. Как их применять совместно в течение дня, какое количество, это нужна схема. А вот ссылку на папку, в которой лежат схемы применения, в том числе для снижения повышенного артериального давления и борьбы с атеросклерозом, я оставлю вам под этим видео. Самая верхняя ссылка будет на все видео про препараты Исаева и о профессоре Исаеве, видео с его интервью. Вторая сверху ссылка будет, как приобрести препараты Исаева, ссылка на сайт, где все эти препараты есть. И третья сверху ссылка будет именно вот на то, что я только что вам сказал. Дорогие друзья, давайте подведем итог всего сказанного. Я перечислил шесть важнейших пунктов. Да, конечно, один из них, пережатие сосудов, вот шеи, да, есть не у всех. У многих людей есть проблема с родовыми так называемыми травмами, скрытыми по сдвигу вот этого позвонка Атланта, потому что детей часто, особенно в советское время, доставали, ну и, собственно, как идет ребенок, тут уж никуда не деться, за голову. И бывает, что есть такая родовая так называемая травма, которая вроде бы не сказывается на жизни, но на самом деле она имеет место быть. Первый пункт питания. Важен? Безусловно, необходимо скорректировать. Второй пункт Поверхностное дыхание, количество углекислого газа в крови важно, безусловно, факт всем необходимо учитывать это. Следующий пункт ⁇ проседативные препараты. Они а гипотензивные. Безусловно, да, образ жизни, конечно. Но часто бывает так, что и только лишь одного пункта вот этого шестого достаточно, чтобы уже улучшить состояние, убрать признаки артериальной гипертензии, снять скачки давления, но в комплексе. Только в комплексе это будет гарантированный стопроцентный результат, потому что вы полностью измените биохимию организма. Она придет полностью в соответствие с природными задачами и всеми процессами, которые в организме протекают в норме, по программе, заложенной, что называется, свыше. Посмотрите обязательно полное видео, откуда отрывок я вам только что ставил, про лечение атеросклероза сосудов, сердца и как следствие повышенного артериального давления, то есть приведение его в норму реакции. И еще обязательно два других видео с профессором Исаевым я оставлю вам под этим видео по ссылкам, как и ссылку на то, как и где, соответственно, можно купить препараты профессора Исаева. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела «Отзывы» и «Новинки». Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары – вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.